Время мемасов. Мемы. Мемы. Недавно я задумался, какой процент мемов состоит из мультиков. И тут я понял, что 99% мемасов — это какие-то кадры. Кадры из фильмов или же мультов. И поэтому в Google картинках я вбил «мемы, мультики». Все просто. Два слова, которые открою для нас новый мир мемасов. Не смешных, тупых, неинтересных. Хотя, возможно, кто-то все-таки с этого порофлит, но все же смешных мемов в Google картинках не бывает. В общем, сегодня мы с вами будем смотреть мемы. Мемы из мультиков. У этих мемов даже есть своя формула. Берешь мультик, берешь кринжовый кадр, добавляешь и присыпаешь туда смешной текст. Вуаля, мемас. Когда вспомнил мультик из детства и пересмотрел его. Том и Джерри, как же давно я его не пересматривал. Какое-то время назад я решил пересмотреть все свои любимые мультики. Это было около года назад. И все это началось с одного кадра. Истории игрушек. И все, и после этого я подумал. Почему бы не вспомнить детство и не пересмотреть все свои любимые мульты? Напиши в комменты, какой последний мульт ты пересматривал. Последнее, на чем я остановился, это был цыпленок Цыпа. Ненавижу пришельцев. Никогда, слышите? Никогда не ставьте мультик Диснея на паузу. Это вроде из Куско, да? Или из Красавицы и Чудовища. Черт, я на самом деле обосрался бы, увидев такую картинку ночью. Как я выгляжу, когда ищу Wi-Fi? У кого заиграла эта музыка в голове? Поставьте лайкос. Когда разлил блейзер в бокалы? О, месье, да вы джентльмен. No worries. Хакуна Васи Васи. Что? Не парься. Хакуна Васи Васи. Стоп, так получается не Хакуна Матата, а Хакуна Васи Васи? Вся моя жизнь была ложью! Я прекрасно понимаю Тимона. Что за бред? Какой Хакуна Васи Васи? Хакуна Вася Вася! Тогда думаю лучше так. Иначе это звучит действительно очень странно. Каким себя вижу я? Каким меня видит мама? Да, ты такой дерзкий весь. А для мамы ты всегда останешься маленьким пушистым комочком. В детстве ты ненавидел шрама, а сейчас понимаешь его как никогда. Я окружен идиотами. Вокруг меня так много людей и так много идиотов. Я не знаю, что с этим делать. Возможно, у меня у одного такое в жизни. Но бывает такое, что я просто не понимаю людей, которые находятся рядом со мной. Вот просто я не понимаю, что у них происходит в голове. Типа Красти Краб. Фу, не, нам это не нужно. Чамбакет, Вот всегда было интересно, почему никто не ходит в ресторан планктона. Неужели там вся еда сделана из дерьма? Я помню, была серия, где все посетители Чамбакета отравились. И... да. Я бы хотел попробовать Чамбакет в реальной жизни, чисто ради эксперимента. Узнать, что же это такое. Он сказал, что советские мультики полное говно. Закопать его! Кролик в СССР. Ну, кролик как кролик. В очках, в свитере, знаете, такой скромный. В США Багз Банни, всеми нами любимый. В России. Но это Копатыч. Я его сразу вычислил. Стоп, а что тогда стало с Крошем? Никогда не смотрел Смешариков, но вижу, что большинство мемов именно о них. Возможно, мне стоит ознакомиться с сие творением. Как твои дела? Отлично. Лучше всех. Когда кто-то хлопнул дверью, а ты интроверт. Мой ножичек уже наготове. Это мем с динозавром из мультфильма. А чё за мультфильм? Не знаю, что за мультфильм. Мне не особо интересно. Заебумба. Мемы из Шрека. Дороу. Это кек. Это не Шрек, а кек. О, когда вместо Фионы придется долбить в срака насла. О май гад был. Окей, это было забавно. Когда с другом подумали об одном и том же. У себя в Мухосранске. Переехал в Питер. Не, ну, ребят, какие вопросы? Шрек уже не тот. Ну, а это Уилл Смит, совмещенный с Шреком. Теперь ты видел все в этой жизни. Осел — это когда пухнул перед гостями. Не, ну, согласитесь, жиза, когда вы выходите на кухню к гостям и начинаете жестко пердеть. Ты охуешь, но это обычная школьная форма в Питере. Блин, я хочу себе такой свитер. Он реально классный. Ребят, а сейчас пойдут у нас
Жанры: манга. Жил-был Шрек, кот и осел. Аниме: Чизюкане, Чизюкану, Туду Акаши. И Netflix адаптация. Ну да, Netflix в последнее время адаптирует все, что можно. Они из шедевра умудряются превратить это в какашку. Ну а для тех, кто не понял... Сложно! Ну а теперь мемы из Симпсонов. Этот момент, когда ты сидишь дома в трусах и тебе звонят в дверь. Обычно в такие моменты я не открываю дверь. А вам тоже было интересно, что будет в этом моменте? Жиза, только ради этого и смотрел Симпсонов. Посмотреть как раз таки эту заставочку. Тот самый момент, когда фигово пошутил. Лучше бы я ушел в кусты. Очень часто я чувствую себя так в своих роликах. Жаль, что у меня поблизости нет кустов, только одно облако. Ubisoft в трейлерах. О, просто мачо. Ubisoft на самом деле. С одним кубиком тоже вроде норм. Ты попался, парень. Он не заряжен. Живо отдай патроны. Хорошо, только не стреляй. Всегда поражался тупости Гомера. Интересно, какой у него IQ? Заткнись и возьми мои деньги. Shut up and take my money. Это оригинал этого мемаса. Этот мем настолько древний, что тогда, когда он появился, жили еще динозавры. Новых серий Футурамы больше не будет. Футурама закончилась. Я только сейчас это осознал. Привет, пиписька. Отправь этот мем самому лучшему другу. Хотели сделать хорошую игру? Шедевр по приколу получился. Ну и напоследок, сэр, идите в жопу, а я иду домой. Не, ну, я не смог найти здесь нормальных мемасов. Здесь в основном только какие-то картинки. Картинки, похожие на мемы, но это просто кадры. Это конфета яблочная или мятная? Ай, ладно, съем ее. Она всего лишь сутки валяется на полу. Когда неудачно пошутил у себя в голове, и никто не посмеялся. Бдум. А это как раз таки мем про школьников, которые сейчас ходят в школу. Я иду домой после 7 уроков. Потрепанный, уставший, голодный, замерзший. А этот скилл потребуется игрокам в покер. Настоящий покерфейс. Ни одной эмоции. Хоть лето уже закончилось, у тебя еще есть несколько часов, чтобы успеть подкачаться к лету, мистер Слоупок. Ну а это твое лицо, когда я тебе сказал, что лето уже закончилось. Да заткнись ты уже! Ну и напоследок, пейте чай и оставайтесь дома. Такое холодное за окном время. А на этом мой ролик подходит к концу. Ставьте свои лайкосы, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видео. Adios. Playtime.